Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы обсудим старый контент, а именно путешествие во времени. В обновлении 9.1.5 будет небольшое изменение в этом режиме, а именно будут добавлены новые подземелья в разные типы дополнений. Всего у нас существует несколько дополнений, которые на текущий момент активны в режиме путешествия во времени, и само собой в них есть определенное количество подземелий, определенный, скажем так, пул данжей. И эти данжи уже многим надоели, кто-то хочет каких-то новинок, и новинки как раз-таки будут в обновлении 9.1.5. А именно, в дополнение The Burning Crusade будут добавлены новые подземелья. Нижетоп, Ботаника, Кузня Крови. Хорошие, интересные подземелья, можно будет прокачать репутацию чуть-чуть иными способами, окей. А далее, Гнев Короля Лича. Крепость Утгард будет добавлена, Ожол Неру и Кузня Душ. Окей, Кузня Душ, пожалуй, это самый, наверное, хороший инст из всего этого списка. На уровне вообще с ямой Сарона, если смотреть на текущие подземелья. К тому же рукоять можно дропнуть, также можно будет сумочку дропнуть. То есть хорошее реально подземелье, довольно-таки интересное. Музыка там вроде классная. Далее, в дополнение к катаклизм будет добавлено всего одно подземелье, а именно пещеры Черной Горы. Я помню там... Очень хороший первый босс с уникальной механикой диалога. Да, его диалоги реально классные. Далее, в Warlords of Draenor будет добавлено депо мрачных путей. Интересный данж довольно-таки. То есть первого босса мы убиваем просто так, далее мы двигаемся на поезде. Интересная механика самого подземелья вообще в целом. Далее, дополнение миссов Пандария получит новое подземелье в виде некроситета. Некроситет — хорошее подземелье, я помню, его было приятно проходить в режиме испытаний на золото, и я думаю, в режиме Time Walk его тоже будет приятно вновь пройти. Так что какие-то такие изменения на текущий момент. Будут ли добавлены эти подземелья к текущему пулу подземелий, или будут заменены какими-то подземельями, вот это вопрос хороший. Но, как говорится, поживем, увидим. К тому же 9.1.5, похоже, выйдет чуточку позднее, чем мы ожидали. Всех вам благ! Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!